Всем привет, ребята! Вы на канале Счастливый Кролик! И смотрите, где мы сегодня находимся. Мы находимся на концерте Lil Nas. Он еще, конечно, не начался, но скоро уже начнется. Смотрите, осталось всего 46 минут 53 секунды. И все будет супер, ребят. Ну что, вот такая вот локация была сделана. Видите, здесь все под Дикий Запад. Так как он есть на коне своем в песне скакал по старой дороге. Так что вот, о, даже смотрите, смерчи, торнадо какие-то здесь. Давайте попробуем его поймать и посмотреть, что будет. В общем, здесь очень все прикольно и классно. И да, кстати, ребят, как только вы здесь оказываетесь, вам надо собрать вот этих 15 монеток, видите, с таким иксом внутри. Я уже собрал их 14, когда здесь бегал, и мне осталось всего вот эта последняя монетка. Зачем же собирать эти монетки? Да для того, чтобы получить эмоцию. Давайте же посмотрим, что это за эмоция. Я пойду заберу эту последнюю монетку. Где там наша эта монеточка? Иди сюда. Ну и я ее забираю, ребят. Все, супер. Мы собрали 15 монет. Вот он говорит, посмотрите в свой инвентарь, все будет круто. И мы получили этот бэджик. Давайте же посмотрим, что это за эмоция, с чем ее едят. И вот она, кстати. Это эмоция, смотрите, да. Да-да, как я ковбой-кролик. Очень прикольно, ребят. Очень-очень-очень круто. Классная эмоция, но больше мне нравится вот это, как дельфинчик под музыку. Класс, ребят. Ну что, давайте посмотрим, что здесь у нас есть интересненького, ребят. Вначале, конечно, собирайте эти монетки быстренько, чтобы получить эмоцию. И еще завтра будет открыта эта локация, потом, скорее всего, ее закроют, потому что, как я вижу по афишам, здесь написано 15 ноября, последний день. Сегодня 14 ноября, и мы вот на этот попали второй концерт. Завтра еще один будет концерт утром, и, как я думаю, все закроется. Так что у вас есть еще шанс, ребят, посетить концерт и собрать все монетки. Так, ну, карта, конечно, выполнена очень-очень обалденненько, ребят. Именно такой вот Дикий Запад, прикольненький, вообще класс, мне очень нравится. Все ребята прыгают и ждут концерта. Конечно, я тоже с нетерпением жду этот концерт, скорее бы он начался. Смотрите, здесь просто... Люди уже тусят, танцуют и все такое. Я тоже хочу так. Конечно, с нетерпением жду, ребят, этого концерта. Очень прикольненько. Так, что у нас еще есть за эмоции? Вот такие вот разные эмоции нам тут разработчики дали. Очень прикольно. Вот это особенно нравится. Это как из Fortnite, по-моему, была эта эмоция такая. Тын-тын-тын-тын-тын. Класс, ребят, класс, ребят. Да, надеюсь, что вы все побывали на этом ивенте. И получите вот эту прикольную эмоцию. Я ее теперь часто буду использовать. Она очень-очень прикольненькая. Ребят, смотрите, здесь есть вот эти палатки с бесплатными... Да, с бесплатными. Ребят, смотрите, здесь есть вот эти палатки с вещами. Давайте зайдем и посмотрим, что нам предлагают. К сожалению, я не вижу ни одной бесплатной вещи, кроме вот этой шляпы ковбоя, которую мы уже получили. Кто еще не получил, обязательно проходите по ссылке и вводите промокод, и вы получите эту шляпу ковбоя. Остальные вещи, я смотрю, стоят за рубаксы. Я не вижу ни одной бесплатной вещи. Давайте посмотрим, кстати, вот эту эмоцию. Смотри. Ай, прикольно, смотрите, какой я уставший кролик такой. Родео, именно танец Родео. Очень прикольненько, ребят. И тут еще есть даже вот такая эмоция, смотрите. Вот-вот, класс, смотрите. Оп-оп. Короче, такие вот эмоции, но они за рубаксы, ребят, за рубаксы. Ничего бесплатного я не вижу. Так, здесь тоже снеговичок. Снеговик в пустыне, и это, конечно, интересно, ребят, и очень даже интересненько. Так, что у нас тут еще есть? Ну, вот такие вещи. Вот еще, кстати, давайте отключим эту эмоцию и перейдем на эту эмоцию. Посмотрим, что это за эмоция такая. Тоже прикольненький танец, я вам скажу. Класс, 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 ребят. И еще вы, кстати, здесь можете переодеться, смотрите. Все, я Lil Nas, смотрите, я танцую, очень прикольно. Ну вот, ребят, только я вам начал вещи показывать, и разработчики закрыли. Написано «закрыто во время шоу». Вот так вот, ребята.
Ну, в общем, я думаю, что вы увидели, какие были вещи и эмоции. Да, вот так можно их посмотреть, но вот эта ленточка теперь обнесена, что все закрыто. И очень печально. А-а-а, ребят, я не понял, я как-то превратился в Лил Наса. Что же это такое произошло? Я же вроде вышел с того магазина, его закрыли, и я стал Лил Насом. И теперь мне не вернуться назад, теперь я уже не счастливый кролик, я просто Лил Нас. Что мне делать, ребят, что делать? Как вернуться назад в образ кролика? Откройте магазин! Я хочу стать назад счастливым кроликом! А-а-а! Меня не пускают, ребят! Что ж делать? Камила, ты меня узнала? Да, она меня узнала, ребята! Она знает, что это я счастливый кролик! Но я уже почти не похож на счастливого кролика! Смотрите, я стал как Лил Нас! Я даже танцую, как он! Очень зря Камила за мной повторяет! Привет, привет, привет! Да, вот это прикольчики. Ну ладно, надеюсь, когда этот ивент закончится, я стану назад счастливым кроликом, ребят. Осталось 15 минут до начала, супер. Фух, ребята, я вернулся в свой первоначальный вид. О, я уж думал, до конца останусь Лил Насом. И смотрите, сколько уже его фанатов собралось, ребята, они все вот так махают, это очень-очень круто. До начала концерта остается всего 9 минут и 50 секунд, супер-супер-супер. Подвиньтесь, дайте пройти, пропустите, пожалуйста, дайте я займу место какое-нибудь, ой, чтобы посмотреть этот концерт, так, осторожнее, ой, пропустите, извините, ай, да, извините, ай, нога, ой, уши, лапы, ой, извините, пройди, ай. Ой, нет, лучше я тут посмотрю концерт, там очень-очень большая толкучка. Ну что, ребята, осталось 14 секунд до начала, и мы с друзьями из Roblox уже стоим здесь и машем. С нами Ники Кот и Камила, давайте же посмотрим. 5, 4, 3, 2, 1, 0, погнали! Ребят, мы куда-то должны телепортироваться. Смотрите, мы стоим, ждем, и написано «Телепорт». Подождите, пожалуйста. А куда? Куда мы телепортируемся, ребята? А Камила пропала. О, Камилу похитили. Все. Мы с Ники вдвоем только остались. А куда Камила-то пропала? Очень-очень странно, ребят. Все, ребят, концерт начинается, как я понял. Смотрите, Икс появился. Ну что, погнали? Давайте же посмотрим, что это такое. Ох, как мне не терпится. Давай, загружайся уже. Почему все так долго происходит? Ну. Тунц-тунц-тунц-тунц-тунц. Ну. Yes, ребят, куда это мы попали? Что это? Что это такое? Ребят, к сожалению, я так и не смог попасть на концерт. Я застрял вот в этих непонятных текстурах каких-то. И концерт проходит мимо, ребят. Что же они так не продумали? Походу, из-за того, что очень много народа, это все зависло, ребят. Да, ребят, очень печально получилось с концертом. Я просто очень и очень расстроен. Но я все равно выложу это видео, чтоб вы... Может, мало ли кто еще не знает, быстренько собрали 15 монеток и получили эмоцию, ребят. Ну и, конечно же, я постараюсь через 8 часов прийти сюда и записать его концерт, чтобы показать тому, может, кто так же, как и я, не попал на этот концерт. Это очень и очень печально, ребят. Да, такого я, конечно, не ожидал. Ну что, ребят, с вами был Счастливый Кролик, не забываем подписываться на канал, ставить лайк и колокольчик, и тогда вы будете все в курсе всех новых событий в Roblox. Всем пока-пока, до новых встреч!